тебя так снимает и пишет в качестве 4K, чтобы вы видели, у нас, ну, в целом терпимая погодка идет. Стабилизацию, думаю, вы не увидите. Все по фокусу. Раз. Не, я думаю, по фокусу так вот стоять. Раз, два. Раз. Автофокус, ау. Рука, есть. Ну, чудовато, думаю. Снова включили, уже супер стабилизация идет из Full HD 60 кадров в секунду. Ребят, тут уже картинка должна быть красивая, плавная. Вот я пытаюсь идти. Я надеюсь увидеть. Цветочками, я не знаю, получится ли нет. Давайте попробуем глянуть. Но смотрится, кстати, вполне все круто. По автофокусу. Есть, окей. Есть, окей. Ну, вот, вот видите, все-таки 4K. Оказалось, ситуация похуже. Ну, знаете, в такой ситуации еще оказывается интереснее, вот если широкоугольная камера информации вмещается чуть-чуть побольше и смотрится все, знаете, так вполне и красиво, и ярко. Ну что с фокусом, я так думаю, что нету, да? Нет, автофокуса нет в такой ситуации. И стабилизация, я не знаю, вот, ребят, в комментариях пишите, что думаете. Ну и самая интересная штука, знаете, с двумя окнами, кто блогер, я думаю, что будет, ну, все-таки кому-то, да, интересно. Не знаю, что и с картинкой по качеству, но вот, ребят, смотрите, в целом, я думаю, задумка классная и сделана вообще идеально. Тем более, что стабилизация, я смотрю, что все-таки есть телефон. Всем спасибо, мир. Ребят, испытываю еще в нормальных условиях, чтобы и солнышко, и по красоте, знаете, было, автомобили вот едут, что с звуком идет, что и с солнцем, и стабилизация. Качество, кстати, 4K оказалось, я считаю, что бомба, но, видите, Instagram с андроидом в любом случае ухудшает изображение, в конечном итоге вы получаете автокашку, скажем так. Всем спасибо за внимание, мир. Всем привет, ребят. Видео пишется в 4 утра, еще темно, светает. В 4K стабилизации тут нет, такие же условия, да? И снова всем привет, ребят. Так снимает и пишет в камеру утром, еще темно, чтобы увидели. Котики, да? Котик мой, котик. Вкусу с освещением не знаю что. Напишите в комментариях, мир. Так, ребят, включил функцию в кино, типа в теории, по фокус за собакой. Включается и следит. Извините, что за дыхание как раз только с сынка. Джесси. Колбасит. Всем, ребят, с добрым утром. 6 утра, считаю, что мы включили супер стабилизацию с качества из Full HD 60 кадров в секунду, чтобы увидели с примером Джесси. Куда текаешь? Говнючка, сюда. Есть. Что по фокусу в такой ситуации? Часы есть. Нормально. Опа. Ну, по фокусу, вот видите, в чем прикол, что и снимается вообще вполне классно. Единственное, что в 4K я увидел, что по качеству чуть-чуть страдает. Так, за стабилизацию в комментариях пишите. Джесси, сюда. Побежал. Всем привет, ребят. Так, мать, и пишет камера в телефона V21 от E в качестве из Full HD в 30 кадров. Включена супер стабилизация. Пишите в комментариях, что вы думаете о стабе. Так, я специально бегу. Есть. И с изменениями освещения. Что делать? Не, ну в целом ничего. Так, он еще в помощнице где-то. Видите? Есть. Побежал. Всем спасибо, мир.